Витамины А, В, Е, приправленные аминокислотами. Целый спектр полезных веществ в таких маленьких и неприметных продуктах. Орехи питают мозг, улучшают работоспособность и укрепляют сердце. Кроме того, являются природным антиоксидантом и снижают уровень холестерина. Их любят те, кто следит за фигурой. Из-за высокого содержания белков и жиров орехами быстро наедаешься. Впрочем, по этой же причине диетологи не советуют ими злоупотреблять. Их лучше всего есть с мясными или молочными продуктами. Жиры там находятся полезные. Но, к сожалению, так как они в большом количестве, около 600 единиц на 100 грамм продукта, поэтому это довольно-таки калорийный продукт, и его нужно ограничивать не каждый день кушать, а несколько раз в неделю всего лишь навсего добавлять в свой рацион. Они очень полезны для волос, для кожи. Там много витамина В2, там очень много минеральных веществ. Это очень нужный продукт. А вот самые низкокалорийные и при этом богатые полезными веществами – фисташки. В 100 граммах продукта содержится 562 килокалории. Зато вот каротиноиды, предшественники витамина А, в них в избытке. Богаты фисташки и витамином В6, который отвечает за укрепление иммунитета. Но самый главный плюс – это антиоксиданты полифенолы. Вещества, которые блокируют опасные реакции в организме и защищают от инфекций. Самыми полезными орехами считаются фисташки. Все потому, что в них содержится много аминокислоты, которая способствует выработке серотонина – гормона радости. На их родине, в Иране, их даже прозвали «смеющимся орехами». Так их называют еще из-за внешнего вида. Орех действительно похож на улыбку. В топ-5 самых полезных орехов попали и отечественные кедровые орешки. Правда, они куда жирнее, и потому употреблять их нужно меньше. Хотя много их и не съешь. Из-за высокого содержания в составе линоленовой кислоты они способствуют подавлению аппетита. А из-за высокого содержания магния они помогают справиться со стрессом и бессонницей. Такого же эффекта можно добиться и за счет марганца, высокое содержание которого наблюдается в фундуке. Особенно богат он витамином красоты Е, который просто необходим для кожи, волос и ногтей. Наибольшее его количество содержится в миндале. На первую строчку полезности ученые ставят грецкий орех. Он особенно полезен для сердца и сосудов. Кроме того, эти орехи – рекордсмены по содержанию альфа-линоленовой кислоты, что влияет на работу мозга. Их часто включают в рацион люди, которые сталкиваются с большими умственными нагрузками. Однако любой продукт несет как пользу, так и вред, и орехи не исключение. Они относятся к продуктам-аллергенам, потому злоупотреблять ими не стоит. А из-за высокой калорийности есть их медики советуют в первой половине дня. Мария Левина, Николай Сидоров, События.